Апатиты — город недостроев и заброшенных зданий. Они занимают площадь, сопоставимую с площадью города. Есть среди этих объектов муниципальные, есть федеральные, есть частные. Что собираются делать владельцы? Есть ли перспектива, что город избавится от этой неприглядности? Дом молодых ученых – памятник сразу нескольким эпохам. В советские годы в Апатиты ехали молодые и пытливые умы. Для них было решено построить такой вот благоустроенный жилой дом. С распадом Советского Союза деньги для ученых закончились, стройка встала. В наше время, когда государство стало поворачиваться к науке лицом, деньги на достройку нашлись. Но нашлись и те, кто эти деньги украдет. 45 миллионов федеральных рублей украл директор питерской фирмы на этой стройке. Гражданин осужден, КНЦ признан пострадавшей стороной, но деньги уже не вернуть. Насколько мне лично обидно, потому что, когда я был совсем молодым ученым, в этом доме я должен был получить квартиру, как, так сказать, молодой семьянин с только что родившимся сыном. Ну, мне сейчас, извините, уже много достаточно лет, а дом все достраивается. Так что это... Ну, я не знаю, какое литературное слово подобрать, чтобы выразить, насколько обидно. Теперь дальнейшую судьбу пятиэтажки решать будет профильное федеральное агентство ФАНО. Варианты законсервировать, попытаться продать или достроить. Но в любом случае нужны деньги. Это уже не первая экспертиза, как вы понимаете. После долгого стояния, вот тогда перед этим строительством была экспертиза, сейчас еще одна экспертиза. И непонятно, сколько еще нужно этих технических экспертиз, чтобы опять признать этот дом пригодный для, например, достраивания. Каждая экспертиза стоит немало, ну, скажем так, сотни и сотни тысяч рублей. И эти деньги тоже нужно изыскать в кармане Кольского научного центра. И охрана тоже не дешево будет стоить. Я ненамного, наверное, ошибусь, если скажу, что каждый месяц охраны стоит, ну, наверное, 60-70 тысяч рублей. И это головная боль для Кольского научного центра. Ну ладно, домом молодых ученых хоть занимаются, а вот административное здание на улице Строителей, тоже федеральное, похоже, совсем брошено. Эта четырехэтажка принадлежит Роспотребнадзору. Федеральное ведомство занимается тем, что контролирует и штрафует всех подряд за малейшие нарушения. Однако вот за своей собственностью уследить не может. Доступ в недострой совершенно свободен. И ведь никто за это не наказан. Наверное, ждут первой трагедии. И еще один федеральный объект – бывшая малосемейка на Бредово. В конце 80-х местные власти хотели переделать ее в полноценный жилой дом. Потом пятиэтажка ушла в частные руки. Чуть позже большую часть здания выкупила налоговая служба. И все. От них я письмо получил, что типа того, что посмотри, может, заберешь муниципальную собственность. Я на это не пойду. Это, в принципе, тот вопрос, который они должны решать. То есть предлагают забрать городу бесплатно? Да, это же самое простое. Все отдать муниципалитет, а дальше задавать вопросы главе. Неправильно это. Брать не будете? Брать не буду, однозначно. Один из собственников недостроев – муниципалитет. Эта обуза из прошлого не только не красит город, но и приносит проблемы. Покупать добро никто не желает. И чиновники решили больше не проводить торги. В этой школе я должен был работать. Было это 20 лет назад. Но не случилось. Школу так и не достроили. И теперь в этих стенах уже никогда не прозвучит звонок на урок. Очень скоро эту школу снесут. Этим же летом будет снесено и пожарное депо на Строителей, где в конце марта десятиклассница сломала позвоночник. На два объекта город выделяет 1 миллион 310 тысяч рублей. Демонтированные конструкции будут сложены и огорожены на этих же площадках. В мэрии рассчитывают, что очищенные от недостроев участки станут более привлекательными для бизнеса. Что здесь построят, будет решаться в том числе и с учетом мнения жителей, которые уже высказались против очередного гаражного городка на месте пошдепо. Самый главный апатитский недострой – это, конечно, девятиэтажное здание хирургического корпуса. Это памятник несбывшимся надеждам. В 80-е, когда строили этот корпус, апатитчане верили, что город будет расти, что в нем будет самая современная медицина. Да и почему бы не верить, когда над Апатитами высились десятки мачт башенных кранов. Теперь кран тоже придется искать. Но не для стройки, а для демонтажа. Поставили кран, поставили здесь забор, ограничился кран на 180 градусов, вот так, чтобы он на дорогу не поворачивался. Здесь движение людей, конечно, закрывается. И все, и работа, и разобрать не проблема. Куда вот это девать? А вот это вот никуда уже не пустить.
можно пустить. Ну, в нашем городе, у нас Простоквашино, маленький город, продавать кому? Ветеран оппозитстроя Николай Бухаров строил улицу Бредова, строителей, Кашу и сейчас принципиально не согласен с сити-менеджером в его стремлении снести хирургический корпус. Здесь, по мнению строителя, можно расположить областной онкоцентр, который планируют создавать в регионе, или перевести оставшиеся отделения апатитской больницы. Больница там у нас на ладан дышит во дворе, да? Вот я бы это и говорю, надо, по идее, это ее снести. Здесь тоже, допустим, оставить 3 этажа, 4 или сколько там, 2. Тут реально демонтировать верх? Реально, совершенно. То есть оставить... Ну, раз построили, значит, почему не это самое? Сердце крови обливается, потому что бесхозяйственно вообще-то. В наше время, хотя мы уже привыкли к этому бардаку, да? Вот. Жалко просто-напросто. А все реально. Разобрать реально. Снести, взорвать реально, будем так говорить сама. А вот достроить нереально, к сожалению, почему-то. Но все эти предложения упираются в финансы. Чтобы достроить и оснастить корпус, потребуются миллиарды рублей. А снос корпуса в повестке следующего года, если найдутся 50 миллионов рублей. А пока город вынужден обеспечивать недоступность недостроя. Ежедневно периметр обходит Александр Попиян, директор одной из муниципальных контор. И почти ежедневно фиксирует прорывы обороны. Рвутся в эту девятиэтажку в основном подростки. И воюют они с решетками зачастую просто из спортивного интереса. Удастся сломать или нет? Ну, по сути, берется выпиливаться решетка, достаточно один прут только перепилить. Он, его толщина позволяет его отогнуть кверху, и уже доступ имеется. Да. Мы вот эти решетки в дальнейшем снова привариваем. Но мы опробовали, сейчас крепеж антивандальный, непосредственно крепятся, когда уже на анкера с гайками. Гайка, получается, она забивается, она не выкручивается, потому что она начинает крутиться. Ну и о частных недостроях и брошенных зданиях. Это вся промплощадка, блок производственных мастерских возле атлета, стекляшка на строителей, магазин около бывшей Арктики. Дальше будет обращение в прокуратуру, они уже будут иметь дело с прокуратурой, чтобы эти здания консервировали, чтобы в них не было доступа и в конце концов, чтобы по ним тоже они принимали решения. В свое время, когда они их приобретали, они думали, что они делают. Да и не все там бескорыстно. Вот, допустим, то здание, которое вы видели на повороте, ведь видно же, что его разбирали, плиты реализовывали. Это значит, какой-то доход все-таки был. Фамилии людей, которым принадлежат лично или опосредованно через учрежденные фирмы, недострои хорошо известны в Апатитах. Тот же Ткаченко или Геворкян. Люди серьезные, уважаемые и, хочется верить, ответственные. Апатитские недострои, что чемоданы без ручки. Нести их собственникам невозможно и бросить просто так нельзя. И в юбилейный для города год хочется призвать граждан-владельцев. Берите пример с города, который при скудном бюджете решает проблемы со своими объектами. Если не можете достроить, снесите. Нет денег на снос, огородите по-человечески. Внесите свой вклад в облагораживание родного города.